Всем привет! И с вами, как всегда, ваш любимый Артём Мапс. И сегодня я сейчас нахожусь в Нарве. Вчера как бы приехал, сегодня целый день, и завтра уезжаю вечером уже. А сейчас я нахожусь в Нарве, и сейчас был на даче сначала, потом хотел сделать видео для гриль, ну, как я делаю сардельки, но, к сожалению, не получилось из-за fucking дождя, чертового дождя. Но это ничего страшного, зато сейчас я записываю видосик, потому что, кстати, плюс это реклама, вот, моего любимого циркустура. Как вы видите, у нас в Нарве приехал циркустур. Уже вторая неделя, так сказать, стоит он уже здесь. Это не уже сегодня предпоследний день циркустура здесь, цирк. Вот у нас стоит, как всегда, у призмы цирк. А потом, может быть, еще и картели какие-нибудь придут. В принципе, вот такой у нас цирк. Каждый такой цирк приезжает к призме. Но цирк довольно-таки неплохой, я хочу сказать. Вот такой вот цирк интересный. Так что, в общем-то, вот такие дела. Ну, он типичная теперь парковка, типичная парковка циркустур. Это у призмы. Как Тиволи теперь. В общем-то, вот такая цирка. Вот такие фуры цирку. Это, кстати, реклама моего, кстати, спонсора. Я, так сказать, их не спонсор. Так что, такие дела. Вот. Как вы видите, вот циркустур. Сейчас я смотрю, что циркустур. Сейчас какие билеты. Что и как и почем, так сказать. Так что такие дела. Это все мне нравится. Что в общем там 15. Первый ряд. Второй ряд тип 20 евро, 15 ряд вот такие сиденья, 15 евро вот такие сиденья, вот такие. Эй, вот такие цирк у нас. Так что, в общем-то, вот такие дела. Может быть, это реклама цирка Стора. В общем-то, вот такие дела у нас, в общем-то. Кстати, всем реально большой привет передаю из Эстонии. Кстати, хочу всем сказать большое спасибо всем и всех поблагодарить. Так что, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. И всем до новых встреч. И увидимся в ближайшее время. Та-да-да-та-та-да, циркустур.